Сегодня в Алтайском крае с рабочим визитом находится полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Николай Рогожкин. Программа поездки насыщенная. Вместе с губернатором Александром Карлиным полпред посетил несколько объектов. Одним из них стал новый краевой центр «Самбо». Он находится на месте бывшего спорткомплекса вагоноремонтного завода. Здание было полностью отреставрировано. Переустройство финансировал собственник завода в качестве подарка к дню рождения города. По предварительной договоренности руководства предприятия и президента Всероссийской федерации «Самбо» в здании разместился алтайское отделение организации. Кроме того, высокопоставленный гость побывает в обновленном тире Барнаульского юридического института. Открытие площадки состоялось накануне. В тире заменили системы освещения, вентиляции и шумоизоляции, а также увеличили длину огневого рубежа и оснастили площадку с современными девайсами, которые позволят курсантам отработать различные ситуации, например, стрельбу из укрытия. Ну а сегодня утром делегация уже побывала в Новоалтайске. Там Николай Рогожкин и Александр Карлин оценили работу технопарка «Новоалтайский Южный» и одного из крупнейших в регионе логистических центров. Именно оттуда продукты питания и товары первой необходимости получают около 800 торговых точек, половина из которых расположена за пределами Алтайского края. В торговых площадках за пределами Алтайского края доля алтайских у нас увеличилась практически там в 3 раза после открытия этого распределительного центра. Это благодаря тому, что местные производители, алтайские производители, смогли привозить большими объемами, там, большегрузными фурами на один распределительный центр, а не возить там по 400 точкам маленькими какими-то автомобилями.